Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в чемпионаточку на сером 1 холиплей. Первый сер, мне здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мне по регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И при достижении 5 вы получите 50 тысяч. При достижении 10 вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сере Amazing Holiplay. Если что, он будет также в описании под этим видео. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новое видео. Оно будет довольно-таки необычное. Сегодня мы поговорим про такую деревню, либо поселок, я не знаю, как его назвать. Короче, Бусаево, думаю, все знают Бусаево. Здесь раньше еще ферма была, поэтому, я думаю, все должны знать. Ну, может, те, кто играет впервые на Мазинге, те не знают, где Бусаево, и там дома, там и так далее, короче, есть. Я думаю, вы все это понимаете. И сегодня мы об этом поговорим. Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбокс. Либо ударстак. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Я вчера так столкнулся с таким, что захожу на сервак, смотрю, а вокруг меня просто 10 домов по голосу. Я такой, что? И понимаете, ну, я написал в чат дальнобойщику, мне ответили, что типа вот, Бусаева уберут, типа, и так далее. В принципе, я, недолго думая, написал кое-кому и спросил, типа, реально Бусаева уберут и, типа, что будет с домами? Как бы, насчет Бусаева мне не ответили, уберут его или нет. Ну, хотя я вроде не спрашивал, я спрашивал, дома уберут или нет. Мне написали, что дома, да, уберут, но их перенесут просто-напросто. Давай открываем, пацаны, мини-карту и просто смотрите. Вот дом по ГОСУ. Давайте даже вот так закроем. Вот дом по ГОСУ. Вот еще один дом по ГОСУ. Вот еще дом по ГОСУ. Просто, ну, реально очень много домов по ГОСУ, и все их продают. Как бы, я продавать его не буду, да, последнего. Видите, здесь дом еще по ГОСУ стоит, прям возле меня. Вот это, если что, мой дом, как бы. И вон еще дома по ГОСУ. Ну, по мини-карте можете посмотреть. Короче, очень много домов по ГОСУ. Вот дом по ГОСУ. Вот дом по ГОСУ. Тут есть дома по ГОСУ по 2 миллиона и по 500 тысяч. Эти два дома по 500 тысяч, и что? Я узнал и сказали, что просто-напросто перенесут эти дома. Как бы я в ГОСУ сливать не буду, продавать его кому-то не буду. Ну, я думаю, продавать это глупо было бы, потому что, понимаете, чувак приезжает сюда, смотрит, тут куча домов по ГОСУ, я ему свой дом впариваю за 3 миллиона. Я думаю, это было бы довольно-таки странно, и чувак бы меня просто послал на 3 буквы. Это в любом случае. Честно, блин, жалко, что уберут эти дома здесь, либо полностью Бусаева уберут, я точно, пацаны, не знаю. Я именно узнавал насчет домов. Насчет, так сказать, Бусаева его самого, я не знаю, но скорее всего тоже уберут, потому что если здесь домов не будут, по-любому и все остальные дома тоже уберут. Давайте, кстати, поедем во вторую часть Бусаева, посмотрим, если там что-то. Это больше, пацаны, разговорное видео, но я узнал информацию для вас, как бы это 100%, наверное, информация, как бы человек это отврать не будет. Не буду говорить, кто это, и на скриншоте он будет тоже замазан, потому что не хочу я палить, кто это мне писал, как бы возможно, он не хочет, чтобы я показывал, кто он, поэтому я этого делать не буду. Видите, здесь тоже дом по ГОСУ. Если бы все это не сносили, я уверен, что это все бы раскупили давным-давно и так далее. Просто мне реально мой дом очень нравится, и хотелось бы, чтобы его принесли, ну, на рублевочку, пацаны. Помните, когда дома в Батырево перенесли на рублевку? Это было классно. Если мой дом тоже перенесут на рублевку, я буду не против, честно. Я просто не против буду, пацаны, можете переносить, я не обижусь. Ну, либо, не знаю, наверное, в какое-то новое место, может, перенесут их, либо еще что-то. Ну, я думаю, это будет скоро в обновлении, возможно. Потому что, видите, уже все дома начали продавать. Но я дом не буду продавать, я буду ждать, пока его перенесут, потому что, ну, мне этот дом нравится. Как бы, да, у меня есть особняк, я бы мог жить там, хоть, видите, здесь дома не продали. Ну, видимо, просто кто-то слухи пускает, понимаете, и все, и начинается. Что Арзамас уберут, блять, что еще что-то, и начинается просто. Я вот слухам не верил, я написал человеку, узнал точно, и все. Как бы я не стал дом сливать и так далее, потому что, ну, это было бы реально глупо. Слухам поверить и сразу же сливать дом. Но, видите, многие поверили, что, типа, вот, блять, типа, дома по ГОСУ, давайте пропустим фуру, в принципе, что типа вот дома по ГОСУ, ой, точнее, вот типа Бусаева уберут и надо дома продавать. Зачем их продавать, если, допустим, даже если дома уберут, то вам вернут госстоимость дома. А так, если вы его сливаете, вы теряете деньги, как бы. Поэтому, пацаны, кто в Бусаево там живет, мой вам совет, ну, делайте что хотите, это ваше имущество, вам решать, но как бы я узнал, и на вашем месте я бы ничего бы в ГОС не сливал, а просто бы, так сказать, ждал. Просто ждал бы, пока дома перенесут, в принципе, и все, и больше бы я ничего как бы не делал.
Короче, я тут пообщался еще с игроками, которые здесь катаются. И, короче, вот эти дома, что по сейчас стоят, их купить нельзя вообще. Как бы они закрыты администраторами. Также есть бизнесы в Арзамасе, которые также закрыты администраторами. Давайте я, возможно, вам это продемонстрирую. В принципе, какие это бизнесы. Бизнесы, которые закрыты администратором, либо дома, которые нельзя купить, их просто-напросто уберут. И поэтому, чтобы люди их не покупали, не теряли деньги, их просто-напросто, грубо говоря, заморозили. Поэтому вы их не купите. И бизнесы некоторые по ГОСТу, которые проверяли вчера бизнес, я проверял все о ком, то пишут, что этот бизнес закрыт администратором. И его купить нельзя как бы. Сейчас я покажу, что это за бизнесы, чтобы вы на всякий случай знали и там, не знаю, что-то не продавали, чтобы купить этот бизнес, потому что просто-напросто вы не сможете это сделать. Итак, вот один из этих бизнесов, это магазин 24 на 7, который находится, ну вот, под мостом, грубо говоря, вот этот бизнес, его, если что, купить нельзя, давайте попробуем, Business, или как там, Bubis, написать, у вас есть бизнес, ну, короче, просто у меня есть бизнес, поэтому мне пишут, что у меня есть бизнес, но так вам будет писаться то, что этот бизнес закрыт администратором именно. Итак, вот еще один такой бизнес, который вы не сможете купить. Это 24 на 7, как заезжать, в принципе, в Арзамас. Он стоит по ГОСТу, но его вы купить вообще не сможете, поэтому можете даже не пробовать. В принципе, вот такие вот, пацаны, дела. Что бы я еще хотел сказать, то что, как бы, если вы видите, что бизнес, либо дом хороший, стоит уже долгое время по ГОСТу, его никто не покупает, скорее всего, он просто заморожен, и его нельзя купить. Поэтому не спешите там что-то продавать и ловить этот дом бизнес. Лучше сразу проверьте там, попробуйте написать Bubis, например, если у вас даже денег не хватает, попробуйте, по идее вам напишут, что этот бизнес закрыт администратором. Но так, честно, я немного огорчен, что Бусаева уберут, ну, дома Бусаева уберут. Насчет Бусаева точно не знаю, уберут его полностью или нет, но скорее всего да, потому что, ну, смысл будет от Бусаева, если там не будет домов, как бы. Я думаю, вы сами понимаете, поэтому, да, пацаны, к сожалению, Бусаева, скорее всего, уберут, ну, это не точно, но насчет домов, пацаны, это 100% информации. Ну, что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод, играйте вместе со мной на первом сервере.